Я Пруцев Данил, игрок футбольного клуба «Сочи». Я родился в поселке Мостовском, это Краснодарский край. Вот с 7 лет начал заниматься футболом в местной команде, там под руководством своего отца. Где-то полгода позанимался, и как раз в 2008 году Академия Краснодара открывалась. Поехал на просмотр, меня взяли, и до 2012 года я был в футбольном клубе «Краснодар». Потом перешел в Кубань. В Кубани провел еще 2 года, и после Кубани меня пригласили в «Чертаново». О вызове в сборную я узнал от спортивного директора ФК «Сочи». Сказал, вот пришел список, поедешь на сбор. Какие чувства, эмоции? Да только положительные. Это Евро-2008, Россия-Голландия. Сколько лет тогда? 8. И ты помнишь этот матч? Конечно. Я с родителями пошел в поселке Мостовском, вот, в своем родном поселке. У нас там на площади на большой экран вывели на проектор футбол, вот смотрели, радовался. 8 лет было. Сейчас я не знаю, вообще Аршавин нравился очень. Сейчас-то уже что? Какой иностранный футболист? Месси. Патрик Криштиану в месяц и за месяц? Да. Почему? С самого детства нравится. Не знаю, самый сильный игрок, считаю. В памяти, как Барселона отыгралась с ПСЖ дома. За Сочи в премьер-лиге против Локомотива домашний матч. Мы выиграли 2-1 и отыграл полный матч. Все отлично. Мне очень нравится, как команды Гвардиолы играют. В пас, не знаю, не бьют никуда, на контроле мяча все построено. А какой тогда у тебя чемпионат любимый? Английский. Самый непредсказуемый. Самый сильный, считаю, чемпионат. Любимая иностранная команда? Барселона. Пруц называют. Все по-простому? Да, все по-простому. До футбола я буквально полгода занимался карате. Возможно, если бы не футбол, занимался карате. Великолепно. Любимый и нелюбимый предмет в школе? Нелюбимый пусть будет математика, любимый пусть литература. Книги. «Тонкое искусство пофигизма» читал. Такое, знаете? Автобиографии читал. Понравилось про Варди очень сильно. Про Джеймса Варди. Что тебе именно в этой книге понравилось больше всего? Какой максимально простой человек, так сказать, не профессионал. Ну не как типа брать пример с него, а просто интересно было прочитать про его жизнь, как он становился футболистом. Хобби. Не знаю, компьютерные игры, может, люблю поиграть. Так в основном больше. Counter-Strike, Dota. Кино я все фильмы смотрю. Особенно нравятся, ну, ужастики, триллеры. Не знаю, любимый фильм за последнее время – это «Джентльмены» от Гая Ричи посмотрел. Очень сильно понравился. Да нормально отношусь. Понятное дело, если много сидеть, будет не очень полезно. Так в Инстаграме сижу, в Ватсапе, Ютуб иногда смотрю. А Ютуб что смотришь? Как обычно, что было дальше. Прям близко дружу это со своими друзьями, это с Краснодара, с кем, можно сказать, все детство рос. А футбольные друзья, ну, можно уже сказать по жизни, это Наиль Умяров, Дима Великородный, тоже с Чертанова.
все вместе росли. Сейчас очень близко общаемся, дружим.